Всем привет! С вами Комаров Виталий. Сегодня я хотел бы поговорить на тему, идти голосовать или не идти. Вы знаете, я вот одни или двое последних выборов не ходил. Блин, было пофигу, честно вам скажу. Но, когда я вспоминаю, как я когда-то ходил на выборы, да, идешь, голосуешь, ставишь голос тот, который тебе надо. Домой приходишь и слушаешь вот эту вот статистику, когда итоги подводят. И такое ощущение создается, что тебя насадили на кукан. Без преувеличения. Просто вот надоело, наверное, вот это вот все. Ощущать, когда тебя сажают на кукан. Но в этом году, по-моему, мне скучно стало. Соскучился я по этому кукану. И, наверное, я пойду. Ребят, я вот не агитирую там идти за этих, голосовать за тех. Все мы отлично понимаем, кто не должен быть. Мы все отлично понимаем, кто должен быть. Но... Знаете, я от многих слушаю, а что толку идти голосовать? С одной стороны, да, толку в этом нет. Не скрою. Но, ребята, вот для того, чтобы себе, на себе почувствовать вот эту вот ответственность, да, ты сходил, проголосовал, а потом тебя... насаживают на кукан, когда ты слушаешь результаты голосования. Ощущение есть. Есть ощущение озлобленности. Я не знаю, голосовать надо. Я вас всех призываю сходить и проголосовать. Вы хотя бы будете знать, за что вас на кукан насаживают. Вы будете свою ответственность чувствовать. Идите, ребята, хромые, косые, кривые, на колясках, можете двигаться, ползти, идите голосуйте. Я интересовался темой вот этих вот вбросов бюллетеней. Вот скажу вам честно, самое хреновое для них, это если придут все, проголосуют. Чем больше людей приходят голосовать, тем сложнее вброс сделать. Единственный вброс, когда могут сделать, это так, мое предположение, как у нас положено так говорить, я предполагаю. Так вот, по моему предположению, вброс можно сделать только ночью, это на избирательных участках. Как уж там дальше, я не знаю. Так что идите и голосуйте. Если есть возможность дежурить по ночам возле избирательных участков, дежурьте. Не пускайте туда никого, на эти избирательные участки. Ни с ментами, ни без ментов. Это без разницы. Все это одна структура. Мы все отлично знаем, вот все, это 90% населения знает, кто не должен пройти. И все знают, пускай пройдет кто угодно, только не эти. Ну, давайте так сделаем. Хотя попытаться. Попытка не пытка. Это все можно сделать. Я, например, за избирательным участком следить буду. Я как, для меня, как для блогера, чтобы мне на камеру попал какой-то вброс. Это, знаете, для меня это конфетка. Если мне это попадет, я, конечно, это засниму и, конечно, я это выложу. Так что в избирательных участках бойче. У нас в Башмаков. Я могу оказаться в любом месте, в любой момент, в любое время.
Засниму. Сразу говорю. Хоть вам и пофиг. Вы не боитесь. У нас, оказывается, где уж у нас вброс-то был, когда Белозерцева выбирали. Знаете, что ему дали? 1,5 года условно. Вот вам уголовная ответственность. Да? Сколько там? До 10 лет? Тьфу на вас, ребят. 1,5 года условно. А вы сидите дома. Кто не хочет идти голосовать? Что там идти голосовать? Кому что-то там твой голос сделает? Вот 1,5 года условно. Нормально? Шикарно. Статья за это 10 лет. Вот так вот. Так что, ребята, еще раз говорю. Кривые, хромые, ползучие. Идите и голосуйте. Даже если вам не хочется идти, если даже вам наплевать, кто пройдет, идите и проголосуйте. Ребят, вы все знаете, за кого вы хотите проголосовать. Идите. И вы все знаете, кто не должен пройти. Идите и голосуйте. Я не могу называть какие-то партии, за кого голосовать. Я вообще человек не придерживаюсь, не поддерживаю никого. Потому что для меня это немножко другая тема. Я к этому по-другому отношусь. Но я знаю, кто не должен пройти. До новых встреч, ребята. Если не посадят.